смешали с грязью и разбавили реагентами. В таком виде снег с улиц Саратова привозят на площадки временного накопления. Рядом с улицей Депутатской расположен один из полигонов. Тут снег будет лежать и таять. Причем, несмотря на то, что по закону он не является мусором, нанести вред окружающей среде снег может. Временные площадки накопления должны быть оборудованы соответствующим образом. А именно, должно присутствовать твердое покрытие, обваловка территории, отвод в ливневую канализацию в целях недопущения порчи земель и попадания талой загрязненной воды в водный объект. Соблюдение этих правил решили проверить сотрудники Росприроднадзора и городской прокуратуры. Они отправились в рейд по снежным полигонам. Из 8 существующих посетили 5 и везде заметили нарушения. Нет твердого покрытия, ограждения и ливневок. По результатам проверки прокуратуры города после составления акта Росприроднадзора будет приняты меры. В частности, внесено представление в адрес главы муниципального образования город Саратов для устранения данных нарушений и исключения их впредь. Исправить все нарушения городская администрация должна будет в течение месяца. Иначе дело дойдет до суда. Правда, к концу марта, скорее всего, и с улиц Саратова, и со снежного полигона сама проблема исчезнет. Вернее, растает. Надежда Новикова, Александр Кравченко, Саратов, 24.